Так, сейчас мы начинаем наш Duolingo на английском языке. Так, и надо снова совместное использование звука сделать. Все остальное уже готово. Ну, конечно же, английский язык. Английский язык. Английский язык. Дальше. Так, и начнем мы сегодня с истории. Истории. Истории на английском это классно. Бабушкин телефон. Сегодня будет история. Grandma's new phone. Grandma's new phone. Grandma, I have something for you. Бабушка, у меня есть кое-что для тебя. Grandma, I have something for you. For me? Для меня? Dad. Да, новый телефон. But I have a phone. This phone is nicer than your phone. Но у меня уже есть телефон. Этот телефон интереснее, прекраснее, милее, красивее, чем твой. It has a camera. У него есть камера. A phone with a camera. Телефон с камерой. It also plays music and you can watch TV. У него также... В нем также играет музыка. И вы можете смотреть TV. Телевизор. Ты можешь смотреть телевизор. С моего телефона? With my telephone? This is a smartphone. Это смартфон. This phone looks expensive. Этот телефон выглядит дорого. То есть... But you can look at the weather. Да, но ты можешь посмотреть погоду. You can write emails and study languages. Ты можешь писать смски и изучать языки. Interesting, but интересно, но you can buy clothes and food. Ты можешь покупать одежду и еду. But Robbie, this phone can do anything. Этот телефон может все. Can I use it to call you? To call you. Могу ли я использовать его для того, чтобы тебе позвонить? Yes.
Oh, it is a smartphone. Thank you. Grandma's, бабушкин, clothes, одежда, или одежду, в зависимости от одежда. Expensive, дорогим, выглядит дорогим. Yes, да, и oh, о. Вот мы прошли такой вот небольшой урок. Да, интересно было. История пройдена. Все, мы закончили эту тему. И, конечно же, не бросайте ваши дела, не бросайте ваш, никогда не останавливайтесь на достигнутом, никогда не верьте, что вы не сможете, что у вас нет способности к языкам. И на этом я прощаюсь. Жду вас в следующих видео.